Уважаемый Олег Алексеевич, дорогие жители Чувашии, от имени Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского и Петербургского библиотечного общества сердечно поздравляем вас со столетием образования Чувашской автономной области. История Чувашии, расположенная в самом центре европейской части нашей страны, отражает способность ее жителей преодолевать любые испытания и добиваться поставленных целей. Трудолюбие и оптимизм граждан, созидательные усилия руководства позволяют республике уверенно двигаться вперед, развивать экономику и социальную сферу, инфраструктуру региона. Многонациональные Чувашии в мире и согласии живут народы, которые по праву гордятся не только своей богатой историей и культурной, но и духовным интеллектуальным потенциалом. Каждый житель республики вносит свой вклад в процветание Чувашии вашим трудом, знаниями и талантами развивается этот край, год от года становясь богаче и краше. Динамичное развитие повышает качество жизни населения республики и делает ее еще более привлекательной для туристов из разных уголков России и других стран. Несмотря на удаленность Санкт-Петербурга, Чувашию связывает прочная дружба профессионалов библиотечного дела. Совместные проекты, участие в культурных и деловых мероприятиях друг друга содействуют развитию, укреплению взаимовыгодного сотрудничества петербургских и чувашских библиотек. Библиотекари Чувашии отличают высокий профессионализм, трудолюбие, бережное отношение к национально-культурным традициям, искренняя заинтересованность в динамичном развитии библиотек и неутомимая энергия, которая способствует этому развитию. От всей души желаем всем жителям Чувашии реализации самых смелых идей, достижения намеченных целей, новых побед и процветания.